Всем привет! Добро пожаловать на канал! Я сегодня подготовила для вас интересное видео и хочу рассказать вам о том, что можно сшить из остатков ткани, потому что всегда остаются остатки, маленькие, большие, они занимают место, вот где-то их нужно хранить. И сейчас я расскажу, что я шила из остатков ткани, как из больших, так же из маленьких. Покажу все эти вещи. И это будут для вас такие вот идеи. У меня получилось, по-моему, 25 или 26 вещей я насчитала, которые вот я шила из остатков, из кусочков ткани. И думаю, что это видео будет вам интересным, также полезным. Поэтому ставьте палец вверх, буду вам очень благодарна. Также подпишитесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас я покажу вам вещи сначала, которые я шила из крупных, из больших остатков ткани, и затем уже из маленьких. Значит, сразу хочу показать вам платье. Я шила для дочки. Значит, верх здесь у меня, это был отрез ткани 50 сантиметров, и вот этот низ я уже шила из остатков ткани. Здесь посередине получается вот эта цветная ткань, она тоже, вот этот валан сделан из двух кусочков, сшит можно сделать не один, можно сделать два, просто их стачать и сделать такой полноценный валан. Вот такое платье, да, здесь как бы остались у меня такие большие куски ткани, такие полосы, и вот я подумала и решила, что возможно можно их применить вот как раз для вот такого платья. Также у меня есть юбка тоже, которая сшита из полосок. Можно также сшить такую же юбку, сделать из разных полос ткани. Если у вас остались какие-то полоски такие длинные, то можно также сшить юбку. Значит, ссылку на видео, где я шила это платье, я оставлю внизу под этим видео. И также все остальные. Поэтому вот такое красивое платье у меня получилось. Саше тоже оно нравится, такое нарядное. Поэтому, как видите, можно использовать вот такие большие остатки, вот, например, для платья, либо для юбки. Дальше. Значит, это вот такая подушка, звездочка. На канале у меня также есть видео, как шить такую подушку, также как сделать выкройку такой подушки. Вы можете шить подушку поменьше, если у вас меньше отрез ткани. Здесь, по-моему, 50 сантиметров диаметр этой подушки. И можно шить, просто сделать выкройку самому. Я рассказываю также, как сделать выкройку и сшить вот такую подушку. Очень удобно, такая декоративная подушка всегда пригодится. Я иногда вот так просто подкладываю сзади на стульчик, либо когда сижу на диване. Еще хочу показать вам вот такие корзинки. Тоже я шила их из остатков ткани. Я сюда складываю разные принадлежности для шитья. Также у нас здесь когда-то лежали мелкие игрушки Сашины, тоже можно складывать игрушки, если мелочь какая-то, вот рассортировать ее по вот таким корзиночкам. И я думаю, такая корзинка тоже всегда пригодится в хозяйстве. Здесь у меня внутри получается один цвет, снаружи другой. И точно так же маленькая, тоже снаружи один, внутри другой. Можно сделать также корзинки чуть меньшего размера, либо побольше. Все зависит от того, какой, в общем, размер вам необходим. Следующая вещь, которую я хочу показать, это плед вот такой. Я шила для дочки, чтобы можно было ложить на кровать, также им укрываться. Мне очень нравится этот плед, он действительно очень красивый. У меня также есть видео на канале, как шить такой плед. Конечно, это такая трудоемкая работа. А здесь, с одной стороны, это хлопковая ткань. Как видите, я шила пледы, также шила пледы из плюшаминки, шила конверты. И у меня оставалось очень много кусочков. И я решила сшить вот такой плед из кусочков. Посмотрела, что у меня есть. Вот, повырезала эти кусочки, и здесь с одной стороны, как я уже сказала, это все хлопок, а с другой стороны это вот такой плюш. Здесь тоже разные цвета плюша, но здесь в основном я старалась подобрать так, чтобы ну, красиво тоже сочетались цвета. У меня даже есть какие-то квадратики, они просто сшиты, потому что уже не хватало ткани, и я сшивала квадраты вот уже из треугольников, чтобы был вот такой квадратик, и дошить вот этот плед.
потому что мне нужен был определенный размер на кровать. Я посчитала, в общем, все рассчитала, сколько мне нужно квадратов, какие квадраты, какого размера. Поэтому, если хотите тоже сшить вот такой замечательный плед, либо одеяло можно сшить, потому что здесь у меня снаружи вот так вот ткань, как бы она порезана просто, и она не спрятана внутрь, вот эти вот припуски, они все у меня наружу. Но мне так нравится, я этот плед уже не раз стирала, стирала в стиральной машине, также сушила в сушке, поэтому с ним ничего не случилось, он какой был, такой и остался. Поэтому, если хотите, можете попробовать сшить тоже такой же плед, вот таким же способом. И, как видите, он остается вот такой же красивый, какой он был у меня изначально. Можете посмотреть видео, открыть, и вы увидите, что вот какой он был, такой и остался. Этому пледу уже больше года, не помню точно, но года два, наверное, уже даже этому пледу. Вот такой красивый плед. И следующее, что хочу показать, это вот такой боди. У меня остался большой тоже отрез ткани, и я решила сшить боди, попробовать. Вот так у меня получилось. Видео, к сожалению, у меня на канале нет, но вы можете найти в YouTube. Есть очень много видео, как сшить вот такой боди. И я его шила, как я уже сказала, тоже из остатков ткани. Также вы можете сшить не только боди, но и такие трусики на подгузник, называются блумеры, можно сшить также трусики. Видео с пошивом трусиков у меня на канале есть. Получились у меня очень красивые трусики из хлопковой ткани. Я шила для знакомых, у меня их просто, к сожалению, нет, не могу показать, но ссылку на видео я оставлю тоже внизу, поэтому переходите и смотрите дальше. И следующая вещь, которую я шила также для дочки, это вот такие шортики из трикотажной ткани, это футер двунитка. Я покупала ткань на платье, метр ткани, шила ребенку платье. У меня остались вот такие большие остатки, и я решила сшить шортики, на них много ткани не нужно, и получились вот такие замечательные у меня шорты. У меня еще есть также юбка из этой же ткани, и я вложилась вот в этот метр ткани, шила, получается, из него платье, шорты и еще такую коротенькую юбочку ребенку вот для детского сада. Шорты тоже мы удачно носим. Что хочу еще показать, я шила для ребенка тоже игрушки, поэтому из остатков ткани можно шить не только вещи, но также детские игрушки, декор, возможно, вот какие-то наволочки или вот такие пледы из остатков ткани. Я шила вот такого зайца, это был вообще остаток ткани, мне его отдала мама, я не знала, что с ним сделать, он такой был плотный, и я решила, что сошью игрушку вот такую. Также платье тоже сшито из остатка ткани. Вот такой замечательный милый зайчик у меня получился. Пожалуйста, шейте из остатков ткани. Тем более здесь ручки отдельно, ножки отдельно. Все это можно выкроить из остатков. Если даже у вас не хватает, можно что-то подобрать просто по цвету. И сшить вот такие игрушки для своего ребенка. Также можно сшить игрушки для детей, вот для совсем маленьких, есть такие вот кубики, мячики шьют тоже для детей, разные вот книжки, развивашки такие, можно тоже это все сшить из остатков ткани. Зайца у меня тоже на канале нет, я его шила очень давно, просто захотела сшить вот такого красивого зайца, вот, и, к сожалению, зайца у меня на канале нет, но я думаю, что вы можете найти также в YouTube такие вот видео с пошивом игрушек. И следующие вещи, которые сшиты также из остатков ткани, это вот такие тюрбанчики. У меня их на канале, по-моему, 5 штук. Я шила 5 штук вот таких тюрбанов. Это тоже все из остатков, вот как я показывала платье. По-моему, 5. Есть у меня плейлист, и в этом плейлисте вы найдете вот все видео с пошивом вот таких тюрбанов. Как можно сшить вот такой тюрбан. Также мне приходит очень много вопросов по поводу того, из какой ткани. Я шью все тюрбаны, я шила из трикотажной ткани, это футер двунитка. Также у меня есть вот такой тоже тюрбан с бантом. Также видео есть у меня на канале, вы найдете. Я шила для дочки. Затем
Также есть еще другие тоже тюрбаны, можете найти на канале, к сожалению, у меня их сейчас нет, потому что я что-то дарила, вот, и вот это два тюрбана, которые у меня остались. Значит, еще вот такая замечательная шапка, такая шапка — это как имитация тюрбана, здесь просто спереди немножко вот так присобрано и пришит вот такой бантик. Внутри тоже здесь оставалась у меня ткань другого цвета, можно сделать внутри один цвет, снаружи другой, и тоже на эту шапочку вам не понадобится много ткани. Также я шила шапку для Саши побольше, я не могу ее просто найти, хотела тоже вам ее показать. Поэтому из больших остатков, которые остаются, можно сшить шапки, тюрбаны для детей, возможно, кому-то на подарок вы можете сшить. Тоже, я думаю, шапка — это такая вещь, которая всегда нужна, тем более детям. Также у меня есть вот такая детская шапка, тоже из трикотажной ткани. Здесь также есть вот такие ушки, я пришивала. У меня просто, когда ребенок был маленький, у нее была вот такая замечательная шапка, которая закрывала уши, и удобно было ее завязать, и она не сползала. Я решила шить такую шапку, тоже видео есть у меня на канале, и просто здесь она вот украшена вот такой наклейкой. Вот так, ну, можно заказать на Алиэкспресс, либо просто купить в магазине вот такие тоже наклейки, нашивки и украсить какую-то вещь. И вот такая замечательная тоже получилась у меня шапка. Я шила как-то вот такие банданы, поэтому можно сшить из кусочков также бандану, либо слюнявчик. Здесь она вот так на заклепке просто застегивается. Здесь две заклепки, чтобы можно было регулировать, сделать больше, меньше, так, чтобы было ребенку удобно. Также я шила из такой же хлопковой ткани, из остатков. У меня есть тоже видео на канале, шила панамку, которая, это идет панамка на резинке, и которая завязывается просто в узелок, и можно носить ее не как косынку на резинке, а как обычную панамку вот с узелком. Ее еще называют панамка редиска, и тоже я оставлю ссылку на это видео под этим видео. Значит, вот такая тоже бандана, это сшита она из хлопковой ткани, можно одевать ребенку на улицу, когда у ребенка текут слюни, либо сшить слюнявчик тоже и одевать дома, когда вы кормите ребенка. И следующие вещи, которые я покажу, они сшиты в основном из маленьких остатков ткани, из кусочков ткани. И я пробовала вот из них что-то сшить, что-то красивое, то, что пригодится, также то, что будет красиво смотреться. Я шила вот такие резинки для ребенка и для себя. Это ткань я шила для Саши платье, поплин у меня вот он остался, и я шила вот такую резиночку на волосы. Также вот такую детскую тоже, это вообще тоже из хлопковой ткани. Вот такая простая резинка, также видео есть у меня на канале. Вот такие резиночки, можно сшить просто без вот этих платочков, обычную вот такую тряпчаную резинку. Я также шила вот такую резинку из кусочков, когда шила брюки из эко-кожи, и можно сшить вот такую вот резинку тоже из эко-кожи, и можно даже обтянуть обруч, если у вас есть старый обруч, также вот такими остатками эко-кожи. Еще можно также сшить вот такие повязки. У меня Саша любит эту повязку, она ее постоянно носила. Вот такие повязки из трикотажа, очень просто шьется. И ребенку в детский сад, на улицу, я думаю, ребенок будет доволен, если вы ему сошьете такую повязку. Также можно сшить повязку для маленьких детей, такие афробанты, которые вот сейчас тоже модно. А еще я шила вот такую повязку для Саши с ушками. Я просто увидела на сайте AliExpress вот такие повязки с ушками и решила вот сшить тоже для своего ребенка. Ткань это у меня оставалась, я шила костюм. Это велюр хлопковый. И с такой же ткани я шила вот повязку для Саши. Также шила для себя повязку, но я ее подарила. И очень удобно тоже, когда вы умываетесь, вот на себя одевать повязку, чтобы умыться, либо сделать какие-то косметические процедуры. И ребенок у меня тоже периодически одевает эту повязку. Дальше. Еще что можно сшить из остатков ткани, это, конечно, маски, которые вот сейчас везде
нужно одевать во всех магазинах у нас, по крайней мере, во всех общественных местах. Поэтому масок много не бывает. Вот есть у вас остатки ткани, шейте из них маски. У меня здесь самые обычные резинки. Это самые первые маски, которые я шила для Саши, для себя. Обычная маска. Видео у меня тоже нет, к сожалению, на канале, но их очень много, поэтому я думаю, что вы найдете для себя подходящий вариант, подходящую форму маски и сошьете вот из остатков тоже. Здесь у меня это хлопковая ткань, вот я шила из хлопковой ткани. Вот такая самая обыкновенная маска, которая сейчас тоже очень актуальна. Дальше, что еще можно шить для детей? Для маленьких детей это вот такие пинетки. У меня они получаются двухсторонние, эти пинетки. Можно шить не только пинетки, но также моксы. Моксы есть, видео тоже в интернете очень много. Я не шила моксы, а шила вот такие пинетки, потому что, ну, пинеток не было. И я решила все-таки шить вот такие пинетки. Видео также найдете на канале. Можно их носить как на одну, так же и на другую сторону. Просто выворачиваете. И получается, снаружи они цветные. Внутри вот такие серенькие. Здесь я использовала. Здесь, значит, это джерси ткань. Вот такая рибана здесь на резиночке пришита. И внутри вот эта серая ткань, это футер. Такой плотный, вот как раз ребенку, если дома, то можно вот одевать вот такие пинетки. Времени много они не займут, когда вы будете шить. И опять же, куда-то израсходуете вот свои остатки ткани. Я как-то шила одно время декор в детскую, мне хотелось как-то ее украсить, чтобы было красиво ребенку и приятно находиться в этой комнате. В общем, я шила вот такие, вот такую гирлянду из звездочек. Здесь тоже получается, у меня оставалась ткань вот двух цветов, это хлопок. Я сделала выкройку просто этих звездочек, вырезала. Внутри здесь у меня обычный наполнитель для подушек. И сшила вот такую гирлянду из звездочек. Можно сделать не только звездочки, можно сделать листики, сердечки. Я не знаю, также флажки, у меня есть видео тоже на канале, флажки просто у нас сейчас висят, я их не стала снимать. Можно сделать, в общем, любую гирлянду, вот то, что вам нравится. Вот такая обычно у меня здесь веревочка, и просто они пришиты на эту веревочку. Повесить можно или в комнате, или на кровать, и ребенку как-то украсить вот детскую, чтобы было красиво. Вот такая гирлянда. Самое обычное. Стирать можно тоже в машинке. Кидаете в машинку, стираете, и ничего с ними, в принципе, не случится. Мы уже стирали, все нормально. Вот вид остается такой же, вот какой и был. Дальше хочу показать вам вот такую подушку, которую я сшила также из достатков ткани. Здесь внутри опилки. И эта подушечка мне как раз удобна вот при пошиве одежды, когда я что-то мне необходимо отутюжить в таких вот местах, когда ты не положишь эту вещь, например, просто на гладильную доску, а нужна вот такая вот подушка, на которой действительно удобно разутюжить припуски, или просто если нужно вам что-то отутюжить, то вот такая подушечка тоже пригодится, либо остудить швы, которые вы только прогладили, тоже можно вот такой подушкой. Видео на канале у меня нет, но вы можете найти их также на YouTube, очень много. Вот такая подушка для ВТО. И последнее, что у меня здесь осталось, значит, это вот такие сумочки. Я шила для Саши вот такую сумку, но я заказывала набор, в котором мне прислали выкройку вот такой сумки, и также вот такие остатки были, просто кусочки ткани, из которых можно сшить эту сумку. Вы можете также взять любые остатки ткани. У меня, конечно, здесь эта ткань специально для сумок, она плотная такая, и можно сшить из плащевки, из какой-то более плотной ткани тоже ребенку сумку. Это вот именно детская такая сумка. Размер у нее поменьше, чем у обычных сумок для взрослых. Купить также вот такой карабинчик.
ребенку что-то положить в эту сумку, выйти на улицу. У меня Саша иногда ложит там конфеты, может положить какие-то игрушки мелкие, одевает на пояс, и вот с этой сумкой идет на улицу. Ей она тоже очень нравится, поэтому можете шить такую сумку. Видео у меня есть на канале тоже с этой, с пошивом этой сумки. Выкройки, к сожалению, нет, но я постараюсь оставить, если найду какие-то выкройки, тоже под видео. Дальше я шила также вот такую сумочку для себя. Это эко-кожа получается. Внутри здесь у меня вот остатки были вот такой тоже ткани, из которой я шила платье. Это поплин. Цепочку я заказывала. И шила вот такую сумочку просто для телефона, чтобы можно было носить телефон, положить телефон вовнутрь вот так в сумку, закрыть. И не брать с собой, например, большую сумку, если мне куда-то нужно выйти, положить телефон в такую маленькую сумочку и идти по своим делам. Так что тоже можете шить, если у вас осталась какая-то эко-кожа, либо другие какие-то ткани, которые подойдут вот для такой сумочки, и шить вот такой, можно так сказать, такой чехол для телефона. Ну, сюда можно также дополнительно положить и карточки, сделать здесь внутри кармашек, положить банковские карточки, возможно, ключи, я думаю, сюда тоже поместятся. В общем, у меня уже закончились вещи, которые я вот здесь разложила, чтобы показать вам. Все эти вещи, как я уже сказала, были сшиты из остатков ткани, либо маленьких, либо больших, поэтому, если я что-то забыла или пропустила, что я еще сшила из остатков ткани, либо что можно сшить, заходите на мой канал, можете посмотреть видео, которые есть у меня на канале. Также, что я шила не только из остатков ткани, а также, что я шила для дочки, для себя. Поэтому подпишитесь на канал, буду вам очень рада. Также заходите в мой инстаграм. На этом, в принципе, все. Я с вами прощаюсь. Всем пока!